На выборах в Госдуму решили отказаться от разграничения округов на городские и сельские. В Новосибирской области таким образом сформированы 4 округа. В каждый входит часть города и несколько сельских районов. В единый день голосования 18 сентября жители региона будут голосовать за депутатов городских и сельских советов. Пройдут довыборы в законодательное собрание области. А на места в Госдуме будут претендовать представители 14 партий, которые обладают преимуществами. Остальные политические объединения должны будут собрать минимум 200 тысяч подписей. Старт избирательной кампании дадут в середине июня. Будет применяться смешанная избирательная система, то есть 450 депутатов у нас будет избираться, половина как и прежде по пропорциональной избирательной системе, по спискам политических партий, и 225 депутатов по одномандатным избирательным округам.